Цель центра – поиск онкопатологии и других заболеваний репродуктивной системы женщины. Для этого здесь объединены диагностические и консультативные врачебные курсы. Это удобно тем, что при выявлении заболеваний репродуктивной системы нужен и онколог, и гинеколог. Для этого нужно и рентгенологическое исследование молочных желез, и ультразвуковое исследование полостей, и в том числе молочных желез. Это не взаимоисключающие два или три диагностических направления, это взаимодополняющие направления. Поэтому в этом диагностическом центре в одном месте сосредоточены все те необходимые ресурсы для того, чтобы максимально эффективно их использовать с целью своевременного выявления заболеваний. Во всем мире, в том числе и в нашем регионе, смертность от онкологии занимает второе место. На первом – заболевание системы кровообращения. Вылеченный на ранних стадиях рак – это не только спасенная жизнь женщины, но и новая жизнь маленького человечка. У нас онколога нет уже лет так 15, а то и больше. Пора уже женщинам думать в этой области, нарушений здоровья. Всегда хорошо, чем больше медицинских учреждений, тем лучше. Новый центр создан не для лечения онкологии, а для ее выявления. Поэтому пройти обследование здесь могут все желающие женщины, даже если подозрений на болезнь нет. По статистике, среди тех, кому в 2016 году впервые был поставлен страшный диагноз рак, только у 1/4 пациентов были симптомы. Остальные о заболевании даже не подозревали. Наиболее благополучные результаты лечения заболевания возникают, если оно выявлено на первой-второй стадии, когда заболевание никак себя не проявляет, протекает бессимптомно, и женщина порой даже может не знать о том, что она больна. Работа по открытию Центра здоровья женщин началась в 2016 году. Силами больницы здесь проведен ремонт, закуплена мебель, выделено оборудование, получены необходимые лицензии, проучены кадры. Благодаря чему теперь в Котласе есть свой врач-онколог. Еще один специалист приедет из Архангельска. Там подобный центр уже есть. Центр показал свою эффективность, и мы считаем, что такая модель организации выявления онкологических заболеваний наиболее успешна и оправдана с точки зрения как и клинической, так и организационной. Новое отделение разместилось на 4-м этаже перинатального центра, рядом с женской консультацией. Это позволит быстро и эффективно проводить обследование. Сначала женщина должна будет подойти к онкомамологу, он ее посмотрит, назначит соответствующее инструментальное исследование, либо УЗИ молочных желез, либо маммографию. После этого в этот же день женщина, в эту же явку, она попадает к гинекологу, который смотрит свою часть, сферы репродуктивной, и определяет тоже программу инструментального лабораторного исследования. Если необходимо, в этот же день женщина проходит УЗИ малого таза. Далее женщина будет исполнять программу, которая ей назначена, и потом на вторую явку будет уже корректироваться лечение, либо какие-то дополнительные исследования будут назначаться, либо, если, не дай бог, выявлены заболевания, женщина будет направляться в онкодиспансер. Центр будет работать в плановом порядке. Чтобы пройти обследование, женщинам нужно записаться. Номер телефона указан на экране.